Приветствую вас, друзья! С вами Леди Белль, она же Оля Белая. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу поговорить о аромате Givenchy Play for Her и рассказать о том, как он неожиданно раскрылся на мне этой зимой. Так что не переключайтесь, дальше я все расскажу. Аромат был выпущен в 2010 году. С тех времен он претерпел некоторых изменений. В том числе поменялся сам флакон. Он стал глянцевый с прозрачным донышком. Был он матовый, полностью весь розовый в виде MP3 плеера. Ну и, конечно же, сам аромат тоже несколько поменялся. Стал же таким, как и флакон, более легким и прозрачным. Первый раз я его попробовала этой осенью, ранней, было еще довольно тепло. Вы знаете, как-то он меня особо не впечатлил. Да, понравился, ну как-то ничего особенного. Но сейчас, когда на улице около 0 градусов, прохладно достаточно и влажно, он раскрылся совсем по-другому, стал настолько красивым, настолько вкусным, что я просто не могу не снять видео о нем. Манки, переливающийся, в меру сладкий, в меру древесный, с очень красивым букетом цветов, шлейф роскошный. В общем, он запал мне в душу. Он такой мягкий и нежный, есть пудровые ноты, интересный и многогранный. Этот аромат больше подойдет молодым девушкам, для которых жизнь – это азартная игра, яркие впечатления и легкий флирт. Я бы его рекомендовала носить в прохладную погоду. Как по мне, он намного красивее раскрывается. Нежный дневной аромат. Можно смело одевать на прогулки с друзьями или на свидание с молодым человеком. Я вам сейчас зачитаю отзыв одного парня, и вам сразу станет все понятно об этом парфюме. Как-то раз зашел по делам в офис к знакомой, и это было похоже на ослепительный свет, в который попадаешь из темноты. Я имею в виду, что лишь войдя в помещение из серого пасмурного дня, я попал в другую атмосферу. Все пространство заполнял очень яркий и поразительно мягкий аромат, сладкий, но вместе с тем воздушный, насыщенный и легкий одновременно, комфортный настолько, что поднял настроение. Вкусный, прямо по-гурмански, сверкающий модный, шлейф длинный, обнимающий, как теплый кашемир. Не заметить невозможно. Мне кажется, эти слова передают всю красоту данного аромата. Ну, красивее просто не скажешь. Я подписываюсь под каждым словом, сказанным этим молодым человеком, и полностью разделяю его мнение. Он очень точно описал Play for Her и смог передать мое впечатление об этой красоте. Кто знаком с этим розовым флакончиком, пишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну, больше не буду задерживать ваше внимание, скажу лишь одно, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ну, а на этом будем прощаться, до новых встреч в новых видео, пока!